идет по тебе, вот. Солнышко светит через фонарь, вот раскладывается на радугу. Смотри, папа радугу в руку поймал. Ты поймал радугу в руку. Над камерой пройду низко. Оп. Макс, тебе нравится летать на планере? Да. Мне нравится на пипискале. Очень. Рули. Что там? Рули, папа. Рулю? А что ж я делаю-то? Сюда мой друг Саша как-то приземлялся на вертолете. Представляете? Никого нет. Никого нету, понятно. О, смотрите, как красиво тень нашего. Кто-то там сидит, нам помахал ручки. Там был грибок. На грибочке сверху? Да. У нас снимает. Снимает? Да. Может, нам фотографию пришлет? Ой-ой-ой, сейчас. Не знаю, сбили мы камеру или не сбили. Батарейка прогрелась. Берет сейчас 2,7 киловатта. Пишет, что осталось заряжаться 232 минуты. К вечеру полетим. Как вы видите, 5,2 киловатта вкачало в батарейку, но батарейка до самого конца не зарядилась, 90%. Почему? Не знаю. 20 градусов температуры батареи и 90% заряда. Со второй попытки мы получили 96%. Ну, уже практически 100. Ну что ж, очередная пляска с бубнами. Макс, как тебе электрический планер? Вот и я также не знаю. Планерочек постоял ночку, и осталось из 96% или 7, 81. Я сейчас его поставил на зарядку. Зарядку мощностью 1,6 кВт он не берет, берет только киловаттную. То есть выключается сейчас на 81%. И до кучи у нас разрядилась вот эта вот батарейка. Помните, я вам рассказывал, что все в тыкву превращается? Вот пришлось ее снять и поставить на зарядку. Макся, ты готов к полету? Друзья, Макс согласился со мной слетать на высотный тест на электрическом пипистреле. Мы готовы взлетать. Включаем сначала мастер. Запускается вся система. 13,2 вольта у нас наша батарейка. 12-вольтовая. Теперь подключаем основную батарею. Батарея греется, но на самом деле она прогрета. Дальше 77% пишет, что у нас заряд батареи, хотя показывала 82. В общем, я даже не знаю, как это все считается. Включаем еще один тумблер, активируем. Уже систему, работает инвертор, работает, должен скоро заработать мотор. И теперь систему поднимаем. Двигатель. И вот когда мы его поднимем, тогда система будет готова к запуску. Да, 70%, 77% сегодня у нас для старта. Немного. В прошлый раз было 87. Если мы каждый раз будем терять по 10%, это будет не очень хорошо. Но крутится, крутится. Готов? Да. Поехали. О, Макс, смотри, у тебя радуга. Вон, глянь. Видишь? Да, это через солнышко светит через фонарь, вот раскладывается на радугу. Смотри, папа радугу в руку поймал. Да. А ты хочешь радугу в руку поймать? Да. Подожди, ну-ка я подвинусь. Лови. Лови ближе руку. Вот так, поперек ставь. О, красиво, Макс. Ты поймал радугу в руку. Вот, друзья, как человек радуется радуге. А радугу в некоторых странах, можно сказать, запрещают. Находятся идиоты, которые в радуге ищут чего-то большего. Проверяем тормоза воздушные. Работают. Папа, рули. А? Рулю. А думаешь, я что делаю? Видишь, выруливаю на полосу. Ну что ж, батарейка 76%. Макс, ты пристегнут? Все хорошо? Да. 720 метров выставил на высотомере. Компьютеры включать бортовой не буду, чтобы не высадить батарейку. Батарейку 13,7 вольта. Ну, это на зарядку встает от... Видите, как
Трык-трык-трык-трык. Это она встает на зарядку от высоковольтной батареи. А прикол был в том, что низковольтная батарея разрядилась. И все это превратилось в тыкву. Так, ладно, готов, сын? Да. Закрыл окна Т. Докладываемся. Сярло Батейнди Виктор Декуляш Писта Норд. Погнали, Макс. Хочешь еще раз пролетим около старта? Или куда-нибудь еще слетаем? Оп, бам, в этот мотор убрался. Ну как тебе, Макс, тишина? Да, хорошо. Рули. Что там? Рули, папа. Рулю? А что ж я делаю-то? Думаешь, тебя снимаю только? Ну, качаться мы не будем. Куда хочешь летать?
туда. Но туда далеко, Макс, мы не можем слетать. Вот у нас ограничение теперь электрическое. Электрическое проклятие. Без бензинового мотора далеко не улетишь теперь. О, радуга. А где радуга? Опять радуга? Вот. Где, ползет? Ползет? Ползет по тебе, вот. Оп. Ладно, Макс, смотри, вот старт парапланерный. Давай рядышком с ним пролетимся. Смотри внимательно, вот он слева. Я сейчас к нему поверну. Рядышком-рядышком пройду. На лавочку посмотри. Сидит на лавочке кто-нибудь? Где? Ну, где? На старте парапланерном. Там что-то есть. Что там есть? Там в лесу какой-то мешок. Да. А, нет. А вот здесь вот. Никого нет. Никого нету, понятно. Согласен. Так, делаем разворотик. Макс, тебе нравится летать на планере? Да. Да? Мне нравится на пипистреле. На пипистреле нравится? Очень. Пройдем еще разочек. Это красивый, друзья, старт. Сюда мой друг Саша как-то приземлялся на вертолете. Представляете? Вот мы тут на планере мастимся, а он вот так со скорости подошел на вертушке. И вот чпок вот туда, на эту полянку. Читу Маргариту. О, видите, как красиво тень нашел. Кто-то там сидит. Сидит? Да, помахал ручкой. Да? Да. На старте? Да. О, как, какой, Макс, ты глаза стоя, не вижу. Там был грибок, там был столик. А, на столике, на грибочке сверху? Да. Угу. Ну, помаши ему ручкой, Макс. Я вижу его, Макс. Вон он, около грибочка. Он нас снимает. Снимает? Да. Может, там фотографию пришлет? Ага. Хоть, смотри, как я с елочками рядышком прилечу, Макс. Вот здесь. И после этого домой уже, в сторону дома полетим. Опа! Макс, как тебе в пипистрель? Да. Эгегей? Да. И поворачиваю. Да, хорошо, летим в сторону аэродрома. Заходим на посадку? Да. Есть мой капитан. Друзья, мы на аэродромом будем заходить на посадку. Как я покажу вам сейчас, как шасси убирается, выпускается вот так. Оп! И проверяется. Видите, вот защемило меня полотенчика. Оп, все. Теперь шасси на замке. Закрылок переводим в посадочное положение. Ну, не посадочное, посадочное будет лендинг. Но я потом на лендинг перейду. Проверяем воздушные тормоза. Воздушные тормоза работают. И все, сейчас будем заходить. Осматриваю аэродром. Солнышко немножко будет мешать. Ничего страшного. А он будет делать кочки? Что делать? Он будет делать кочки. Кочки? Да. Обязательно. Да? Пипистрель очень любит делать кочки. Вошел в круг.
Сейчас выйду от второго к третьему даунвинд и доложусь. Позывной я себе взял старый Индия Виктор. Царло бы тебе Индия Виктор даунвинд глянет, кусаус. И спокойненько идем. Сейчас идем над речечкой, да, Максик? Я вижу, что полная тишина, могу закрылок переставить на лендинг. Будет более эффективное приближение к планете. По кочкам потом, Макс, будет. Тебе по кочкам понравилось? Да. Потому что он прыгучий. Ну, сейчас будем прыгать через наши камеры. Спрашивают, можно ли выпускать интерцепты на развороте. Конечно, можно, если ты понимаешь, зачем. А почему их иногда запрещают в некоторых странах выпускать из трусливости досафовской? Потому что, действительно, планер, когда выпущены интерцепторы, быстрее теряет скорость, если задрать нос. Ну так надо же учить не задирать нос на посадке. Вот это вот то, что свиньи накопали, Макс, видишь? Ты посмотри, как наш аэродром свиньи перекопали, Макс. Посмотри, какие кочки жуткие. Скорость 100, тормоза я чуть прибрал. Пытаюсь попасть на ось полосы, чтобы проехать над, не проехать по камерам. О, сейчас коснемся. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас. Не знаю, сбили мы камеры или не сбили. Ой-ой-ой-ой, сейчас. Не знаю, сбили мы камеры или не сбили. Получилось красиво. Ну вот, Макс, как ты хотел, видишь, как он прыгает? Еще больше, чем бензиновый. Бензиновый или не бензиновый, разницы никакой. Тыры-тыры-тыры-тыры. Ты-ты-ты-тыры. Оп. О, как смотри, как мы удачно заехали. И от солнышка скрылись. Ну что, давай доедем красиво с тобой на электромоторчике. То есть у нас электромотор, мы не пользуемся. Лень — двигатель прогресса, да, Макс? Так, это центр ангара почти. Давай сейчас. Чтобы удобно было закатываться. Оп. И все. Убираем мотор. Что тебе понравилось больше всего? Пипистрель. Пипистрель? Да. Не укачало тебя? Чуть-чуть, но прошло. Ну, прошло, видите? Когда мы полетели на посадку. Видите, друзья, были мы вот на той горе Уль. Выше нее немножко получилось 1100 метров над аэродромом. Что ты хочешь, Макс? Еще вот так. Вот так вверх-вниз? Да. Ну, смотри, Макс, разгоняемся до скорости 150 км в час. И теперь смотри, вверх. А теперь невесомость. А? Ну как тебе невесомость? Интересно? Макс, ну тебя уже не укачивают, смотри-ка. Макс, смотри, как будто я вот так подходка, как будто мы делаем бочку. Бочку и петлю. Вот смотри, какое облако впереди, Макс. Да. Будешь трогать? Да. Жирное, подожди, сейчас мы поближе к нему подойдем. Можешь за меня держаться, не бойся. Сейчас я скажу, когда, подожди, не высовывай. Я скажу, когда будет. Вот, смотри, видишь, впереди мы по самому краешку. Да. Готов? Да. Высовывай. Вот сейчас облако. Вот я и холодная. Холодная? Да, все закрывается. Закрывается кто? Да. И невесомость. Да. Ю-у-у. Макс, хочешь еще невесомость? Нет. Нет, хватит. Смотри, какое облако справа осталось. Невесомость. Макс, посмотри, с правой стороны видно вот тень нашу на облаке. Я сейчас подлечу к ней поближе. Видишь тень? Да. Давай, мы в нее пикируем. В облако? Нет, вот по краешку, смотри, как пройдем. Оп! Смотри, по самому краешку. Макс, кайф! Макс, ну расскажи, тебе нравится летать на планере? Да, на пипистреле.
На пипистреле? Покупаем с тобой пипистрель электрический? Да. О, договорились. Вот и все решено. Мама даже... Хочу еще невесомость. Хочешь еще невесомость? Да. Ну давай, сейчас сделаю. Давай через облако пройдем сейчас, и будет потом невесомость, хорошо? Оп. Сейчас по облаку нырнем вниз, смотри. Эх, разгон! Макс, ну что, готов к невесомости? Да! Скорость 100, 80. И смотри, я сейчас делаю гонку вверх, а сейчас невесомость. Йоу! Подожди, давай еще раз. Вот сейчас будет невесомость. Ну как? Все, хватит. Еще раз? Давай. Ну как, Макс? Да. Ты доволен? Да. Ну что, Макс, песню про 30 корову поем? Да. Давай. В центре города большого, где травинки не растет, жил поэт, художник слова, вдохновенный рифмоплет. Эй, рифмовал он, что попало, просто выбился из сил. И в деревню на поправку, где коровы щиплют травку, отдыхать отправлен был. Эй, 33 коровы, Макс, подпевай. Давай. Коровы, 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока. Пам-пам, как стакан парного молока. Остаток батареи 28%. Почему батарейка не заряжается до 100%, ума не приложу. То есть первый раз мы взлетали, было 87, сегодня 78. Какой-то кошмар. Надо разбираться. Батареям 4 года, хранили их неизвестно как, летали на них тоже неизвестно как, хотя вроде как по часам полетов немного. Лучший выход — заменить батареи на новую, вообще систему на версию 3.0, тогда будет немножко все повеселее, повыше, подольше. Потому что, конечно, вот так летать можно, и мы будем так летать, да высаживаем эти батарейки. То есть, вот по сути, энергии на взлет, и ты дальше после этого чистый планер. Уже деться тебе особо некуда. Конечно, можно высадить оставшиеся 30%, но это, не знаю, там 200-300 метров высоты. То есть, какой-то куда-то там подтянуться, но больше будет возни на выпуск мотора и на все остальное. Будем разбираться. Ждите новых роликов. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Да, Макс? Макс, скажи «Игигей». «Игигей»! Ха-ха-ха-ха.